работников администрации к административной ответственности. В ходе проверки прокуратура Ленинского района выявила ряд нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности со стороны мэрии. Основанием проверки послужили материалы, размещенные на одном из ивановских новостных порталов. По информации надзорного ведомства, в ноябре 2017-го был проведен конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию отдельно стоящих рекламных конструкций. В документации допущены нарушения. В частности, предлагаемое место под рекламу находилось на федеральной земле, которой администрация города распоряжаться не имела права. Также в документации использовали графические изображения без соответствия схеме. Кроме того, выявлены ограничения в отношении субъектов предпринимательства. Мэрия вовремя не выставила предприятию счет на оплату. Следует отметить, что администрация города Иваново и сама, в принципе, увидела свои нарушения, и в итоге конкурс отменили они самостоятельно. При этом прокуратура района было внесено представление, направленное на недопущение подобных нарушений в дальнейшей деятельности, на устранение причин и условий, способствующих нарушению, и на привлечение виновных лиц дисциплинарной ответственности. Параллельно аналогичную проверку проводило региональное отделение УФАС. Там пришли к тем же выводам и решают вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.